имя американского писателя Ховарда Лавкрафта связано с жанром мистики. Со страниц его произведений сходят многочисленные представители потустороннего мира, порождения тьмы и хаоса. Приключенческая игра «Тень кометы» фирмы Infogrames создана по мотивам произведений Лавкрафта, так что вас ждут невероятные приключения и встречи с необъяснимыми и таинственными явлениями. На дворе 1910 год. Вы Джон Картер, молодой астроном, прибывший в небольшую деревушку в Новой Англии с целью изучения необычной звездной активности в этом месте. Ваша задача доказать, что ваш предшественник лорд Болескин действительно обнаружил нечто необычное в этом районе. Все, что у вас есть, это нехитрый набор для астрономических исследований, да в придачу карта и чертеж, составленный лордом Болескином. Ну и, конечно же, желание разобраться во всем самому. Сразу же по прибытии вы попадаете в атмосферу недоверия. По непонятным причинам местные жители не одобряют вашего приезда. Все это сразу же затрудняет продвижение в ваших поисках. Забегая вперед, скажем, что вам придется столкнуться с поклонниками культа темных сил. И в ваших руках окажется не только судьба жителей этой деревушки, но и всей планеты. Сторонники культа выбрали момент прохождения кометы для начала активных действий. Прибыв в деревушку Илсмут, вы останавливаетесь в доме местного доктора и, разобрав свои нехитрые пожитки, сразу же отправляетесь осматривать местность. Кто только вам не встречается по пути, флиртующая вдова, полицейский, владелец магазина, мэр и многие другие обитатели этого загадочного места. Не забывайте разговаривать со всеми. Порой даже незначительная информация сможет натолкнуть вас на решение той или иной задачи. Эта игра управляется с помощью мыши. Ей вы перемещаете героя, собираете предметы и выбираете фразы из диалоговых панелей. На диске также представлена еще одна программа – экскурсия по воображаемому музею Лавкрафта, в котором собраны различные предметы, в том или ином виде имеющие отношение к сверхъестественным явлениям и потустороннему миру. Для этой игры требуется процессор 386 и выше, 2 МБ памяти, VGA, привод CD-ROM, Sound Blaster и манипулятор мыши. Дополнительную информацию по игре вы можете получить в...